драгоценными называются самые редкие и красивые камни. Найти их непросто. Алмазы, изумруды, рубины, сапфиры. Их добывают в горах, под землей. За жемчугом смельчаки ныряют в морские глубины. На какие только подвиги и преступления не шли люди ради заветных камней. Волшебное сияние самоцветов может и очаровать, и погубить. Помните, только честно добытые драгоценности приносят счастье. Понравилось? Расскажи об этом видео своим друзьям. Нажми поделиться. А те, кто ставят лайки и пишут добрые комментарии, поднимают настроение не только себе, но и другим. Кстати, ты уже подписан на наш канал? Подписчики сразу узнают обо всех новых мультфильмах. Присоединяйся к ним скорее!